На Камчатке стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы. Продлится она до 9 мая. Волонтеры украсили длинной георгиевской лентой танк Т-34 на Комсомольской площади и начали вручать ленточки горожанам. В эти дни во всех муниципалитетах региона волонтеры раздают георгиевские ленты, которые можно прикрепить на лацкан одежды, в салоне автомобиля, чтобы показать свою гордость за победу соотечественников над фашистами.